министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководители министерства приняли участие в церемонии выпуска участников морских курсов «Командос». Мероприятие началось с минуты молчания в честь памяти об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и герое, павших за освобождение азербайджанских земель. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана. Выступая на церемонии, министр обороны поздравил выпускников и пожелал им успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности, подчеркнув, что морские пехотинцы проявили мужество в ходе Отечественной войны, ровно как и все военнослужащие азербайджанской армии. Министр отметил, что героизм наших военнослужащих высоко оценивается президентом Азербайджанской республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым. Министр обороны выразил признательность турецким офицерам и всему личному составу за организацию проведения на высоком уровне прошедшего с привлечением профессиональных турецких инструкторов. Министр отметил, что такого рода курсы, внесшие весомый вклад в повышение профессионализма военнослужащих азербайджанской армии, будут продолжены. Затем отличник курса прикрепил эмблему к символическим пням. Выпускникам были вручены сертификаты. Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками. После завершения церемонии выпуска было продемонстрировано оружие и другие военные средства, состоящие на вооружении морских пехотинцев. Было доложено, что это вооружение широко применялось при уничтожении противника в ходе Отечественной войны. В заключении на полигоне, находящемся на территории воинской части, были продемонстрированы учебные эпизоды подразделений подводной атаки и подводной обороны. Понаблюдав за показательным выступлением спецназовцев, министр обороны дал соответствующие указания командованию по более качественному выполнению задач.